Всем привет! Мы находимся в дизайн-центре ArtPlay, а именно в мультимедиа-зале. И угадайте, что же мы здесь делаем. Не буду долго держать интригу, мы готовим для вас новое мероприятие. Что же вы спросите, вы такое готовите, если Autodesk University только что прошел? Это будет не конференция, не форум, не выставка, не конгресс, а вечеринка в честь Дня инженера. Мы подумали, что негоже. День инженера есть, а вечеринки в честь него нет. Вот и будем исправляться. Вверху, в тексте описания, что будет на вечеринке, я не буду его повторять. Ниже ссылка на регистрацию. А для особо любознательных у меня есть загадка. Это обычные кухонные весы, и мы что-то на них будем взвешивать 2 ноября. Это что-то как-то связано с будущим и с программным обеспечением Autodesk. Ваши варианты оставляйте ниже, в комментариях. Первый, кто верно угадает, что же это будет, получит 2 бесплатных билета на Autodesk Future Night. Мы обязательно будем следить за комментариями и наградим победителя. А пока всех еще раз поздравляю с наступающим Днем Инженера. Давайте вместе его как следует отметим. Мы вас обязательно ждем 2 ноября, ArtPlay. Регистрироваться нужно заранее по ссылке внизу.